мои любимые зрители, сегодня покажу, какой краской я крашусь, в каких пропорциях я ее развожу и что дает. Во-первых, я уже сразу скажу, что я красилась один раз этой краской, она мне очень понравилась. Мои волосы приобрели такой цвет, который мне был нужен, и не нужна была тонировка, как я до этого делала. То есть сначала я красила, потом наносила на волосы тонировку, чтобы убрать желтизну. Эта краска убирает сразу желтизну. Так, давайте начну, покажу сразу цвет. 1261. И окислитель я буду использовать вот такой вот, 9%. Всегда 12 ряд разводится, то есть одна часть краски и две части окислителя. То есть я, так как уже использовала краску, здесь у меня осталось 30 мл. И я буду использовать 30 мл краски и 60 мл окислителя. Кто не знает, тому покажу. Просто был такой вопрос. Здесь есть указатели. 15, 30, 45. То есть, насколько вы используете, столько у вас остается. Вот здесь, вот в этой упаковке, у меня осталось 30 мл. Краска очень мягкая. После ее использования волосы не сухие, блестящие. Очень долго держится цвет, не смывается. Знаете, очень понравилась мне эта краска, я прям с удовольствием пользуюсь. Нет такого там едкого запаха, выдавливаю все до последней капли. И 60 мл окислителя делаю на глаз, так как я уже привыкла. Очень тщательно размешиваю при помощи щеточки. Первым делом я буду, конечно же, наносить на вот это расстояние. Корни, конечно, меня не сильно отросли, но мне уже не нравится цвет. И после того, как я выдержу определенное количество времени, я буду эмульгировать на всю длину. То есть смочу волосы и распределю краску минут на 5-7 по всем волосам. Не забудьте одеть перчатки. Тщательно расчесываю волосы и начинаю наносить с этой части. После того, как я нанесу на эту часть, перехожу на эту часть, на эту всю. Сейчас ставлю таймер на 25 минут. После 25 минут я буду эмульгировать на всю длину волос.